На связи Амкабаски Аранский, это 25-я часть прохождения Виктории 2 за Нидерланды, и сегодня нам надо расширяться, присоединить новые земли и вести нашу оранжевую империю к мировому господству. Ну а если вы еще этого не сделали, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления и, конечно же, приятного просмотра. Не забываем писать комментарии. В описании есть ссылки на прохождение Виктории, в том числе и на это прохождение за Нидерланды, чтобы понять, как до такого ужаса мы тут доросли. Так, что там у нас? Война с Британией скоро будет оправдана. Не шибко серьезный противник. Уже. Не жалко. Ну, пока флот будет плыть, он будет плыть очень долго. Тут, как назло, у нас армии нет. Но это все. Хотя нет, тут есть, но флота нет. Надо бы заказать флот еще здесь. Сейчас. Это у нас Южная, Северная, Центральная Америка. Сейчас разберемся. Южная, Северная. Пусть будет так. Если не хватит правильно мозгов собраться. Дублин, прикольно. Англичан дохренище. А, ну хотя бы тут, знаете, еще хоть как-то так. Хоть как-то так. Ну ладно, это все фигня, честно говоря. Вы разжигать не хотите. И зачем? Неправильно. Хотя лучше разжигайте. Война оправдана. Будем забирать Уэльс. А вот кого мочить дальше, вопрос интересный. Умеренно либеральная партия, идеология консерватора. Консерватор как умеренный либерал, интересно. Так, Германию мы пинали. Это же... А, ну что, подписали. Багет нельзя. ЮБС не трогаю, вас не трогаю. Ирландию не... Да ладно. Либористы. Ужас. Кого бы трогать? Потрогать. Бразилию нельзя. Может, не надо никого трогать? А, за-за-за-за, смешно. Филиппины. Хотя нет, давайте по мелочевке давить. Тут же полно всяких варваров. Ну да. Которые поделились, значит, надо их сожрать. А ватх самым аппетитным выглядит. Ничего личного, я хочу установить над вами протекторат. Так, что-то войск у нас тут не шибко много. Надо новую армию создавать. Ох, давненько мы не создавали армию. Ой, ё-моё, ладно, раз, два, три, четыре, пять. Правило 3, 2, 2, 2. Это только в одной Азии. Ужас. Давненько не обновлялись, не обновляли армию. Ну, идеально. А, блин, не прожать. Африка 109, пипец. Можно просто психануть, по максимуму заказать.
вот хочу проверить теорию, вот если зажать Shift. А, подождите, LKM плюс Shift построить все. LKM плюс Ctrl 1. Ну, это более точная настройка, более оптимальное построение и комбинаторика. Поэтому придется пожмакать. Но оно того стоит. Хотя замахаешься. Малагасийца, жесть. О, Европа, круто. Самый топовый кликер. Европа... Янки просто, наверное, приехали в Европу. Ну, прикольно было. Не обчелся. Чё? А, пипец. Оно того стоит, у нас будет очень сильная армия. Фух, отмучились. Если бы нас сейчас бы раскрыли, я бы просто орал бы. Да. Великие кто там? Аватхцы. Непал. Непали. Тара-тара-тара-тара. Мичи молока и... Надо бы прорубиться тут. Регион не особо жирный. Но хоть какая-то ценность все-таки есть. Ну да. И надпись будет так голландскую Азию сделать. Да. Ирландия, Голсоюз я создал. Так, тут давите, повстанцы, давите. Молодцы. Так, держать. Так не держать. Вау. Ну, Германия сможет их подавить, к сожалению. Но неплохо. Найстрай. Хотя можно было бы и покруче восстать. Хрен они восстанут, когда они нужны. Когда они не нужны, пожалуйста, хоть каждые 5 секунд. Чё-чё-чё, в Рейне... На себе. Энор Ван Райн. А что у нас капиталисты? 25 тысяч.
Немцев из них больше всего. Ужас. Французы, фламандцы. Афробразильцы. Весело. Угу. Движение капиталов. Так, войска. Ну, тут не так уж много и потребуется. Но все-таки. Давайте садимся, наверное, на двух дивизиях. Кто там у нас? Бразилия. Не хочу я Бразилию. Госсоюз я создал. Ну, Госсоюз. Не будьте такими скотами. Ну что, две армии? Если что, мы подбросим, так что думаю, да. Один флот обязательно сюда. Один, я не знаю, ну, куда-нибудь сюда. И один, конечно же, сюда. А, мы же так можем зайти, кстати. Чё это я по привычке перебрасываю их? По старинке. Консервативными методами. Выступаем. Да, чё ждать? Что? Это шутка сейчас была, да? Это сейчас была шутка. Я тебе объявлю войну. Неважно за что. И Германия пойдет. Нет, она вас пошлет нахер. Тогда ладно. Тогда ладно. Германия получит очко. Ну, в смысле штраф. Хотя это возможно развязать Великую войну. Слушайте. Да, в этом есть смысл. Да-да-да. Ге-ге-ге, кстати. И печать мира будет у вас. Так, вот, вот эти товарищи. В кавычках. Ну почему? Ладно, окей, ждать не будем. Я хочу Уэльс. А вы можете вступиться тоже потом. Уэльс, Уэльс. Лондон, Терри. Германия сказала, ну нахер, нет. Я на такой не подписывалась, я чисто по фану. Демонстративно, скажем так. Идите пинайте их. Ну, они еще пытаются что-то делать. Как это мило. Наивные дурачки. Ну, они пытались. Надеюсь, это профессиональные войска. Авах. Индия открыта для покорения. Круто. А, турки... А, ну да, у вас же это обнулилось. Ну да, да. Китайская империя. Спите вы их вообще. Уже. А может быть еще и в П. Можно и в П, но можно и в Ж. Чё? Бедная Австрия. Пуркуи. Опа, разбиты. Вот этих вот тоже товарищи разбиты. Хотя ладно, уберите. Куда? Оксфорд. Отходите. Ах, я. Зачем ходить? Так, Аватх мы сейчас сожрем. Кого дальше? А давайте всех жрать. У нас же ни против кого тут не появилось. Ну давайте. Это цивил. Цивилов я пока не трогаю. Ну как бы до конца этого подожду. Из вежливости. Чтобы вы долго не мучились.
Нила аборигены должны приспособиться. Так, ну так или... Хотя нет, правильно, идите, идите, молодцы. Да, подавляйте, только не забудьте потом уйти оттуда. Чё как? Режем. Понаспавнили 61 дивизию. Это меня устроит. Я про раскрытие. Франция, США что-то собой типа представляют. Надо с ним поаккуратней. Ирландия, Гоф-союз. Боишься войны? Не боится. Дай мне проход в войск. Эй. С кем вы воюете? США попросили... А, Канада. А что, Канада сама озверела? Ну, вы смелые, конечно, потому что я же не ваш этот союз. А, может быть, они все-таки нас это хотели призвать? Не знаю, но я не буду воевать. Канада сама себя жрет. Пусть жрет. Мы не против. А что-то против. О, господи. О, спасли своих. Шли. Осторожно. Да ладно вам. Они из принципа не союзятся. Что угодно, лишь бы снизить, потому что красный ядро. Они уже готовы. Я не сомневаюсь. Налоги плюс. Технологии. Пошлин на 10% это жестко. Очень жестко. Да, это жестко. Ирландия. Да ладно. А? А, Япония. Хей. А, я не воюю с... Ой. Почему я с ними воюю? Не понял. А, у нас очки кончились. Я думаю, что за фигня, почему мы не можем? Потом... А, ну понятно. Ясно, понятно. Все поисследовали. Принять ответственность. Ответственные чуваки. Даже очень.
сколько уже дивизий? 61, блин. Столько же, сколько и было. То есть мы ему режем, шотаем армии. Он новый спавнит. Молодец, чувак. Кто-нибудь мы тебе спавнинку оторвем, будет больно. Ирландия, го с нами. Почему не примете? Я сферу на вас поставлю. Дружеское, смешно. Жесть. Нет, ВБ, нет. Союз с Германией во время войны? Воль. Ну, это ненадолго. Он не поможет. О, обнаружена египетская гробница. Круто. Сука, Биконер, вот ты просто сука. Я хотел один день символически промотать и сохраниться. Он взял нам, обнулил египетскую эту. Ну, какого хрена? Ну, зачем? Ну, что мы тебе сделали? Британия, как дела? Не больно в ноге? Сука. Некрасиво так поступать. Насколько все в мире плохо, да, если... Вы видели, какие там страны в колониальных этих? Ну да, да, весело. Еще раз это сделаешь, я тебе оторву что-нибудь. 16 числа я буду сохраняться. Где-то мы его разбили. Я даже знаю где. А где наше войско? А, вот оно. Хотя подождите, тут же надо освободить землю. Вау. А, ну у нас тут есть армия. Вот сюда никто не мигрирует, а зачем? Странная логика. Что стали бараны? Так, 16 сохранится. Биконер. Биконер. У меня очков нет. Ждите. О, очко. Ирландия. Ну почему? У меня много союзов. Пожалуйста. С кем у нас там вообще союзы? Предлагает союз. Я хочу просто в войну втянуть. Люди дофига сознательно. Да вообще. ВБ, я тебя хороню. Ну го с нами в войну. Не примут, суки. Почему не примите? Это для вас возможность освободить землю. Я отдам их.
Я вам их отдам. Скоты. Мы не оправдываем войну. Бля. Ну почему нет? Давайте дальше оправдывать. Багет. Окей, дальше жрем. Кто там у нас? Биконер оправдан. Вы оправданы, можете быть свободны. Ладно, не забыть войну ему кинуть. Мы так рвались этот союз с ними заключить, чтобы они что сделали? Да ничего. В Африке что-то глухо. Но тут работают. Херово вы работаете. Джейса умер. Надеюсь, что после этих войн Британия упадет, хотя мы это и раньше говорили. Не знаю, не знаю. Может быть, их уже не надо. Надо, надо. Восстание должно произойти. Должно случиться восстание. Аргумент. Если оно случится, им будет больно. И мы снова сможем их жрать. Раз, два, три, четыре. Сколько еще тут войн? Раз, два, три, четыре. Пять обязательно это надо забрать. Оу, я. Ну а там уже это лишь по вкусу. Джей Салмер, я тебя буду драть. 16-ю я сохранюсь. Интерреволюционная. This is revolution, this is a pollution. Чё? Нет, такие Нидерланды красивые. Жесткие. Нидерланды. Оу, е. Не, не оправдываю войну. Чего? Угу. Арма. Не, ну Ирландия, ну почему, скажи мне. И Гусмат устраивает текущее положение дел. Да, я уже заметил. Терпильское какое-то у вас положение дел, ну да ладно. У них такой шанс. Мы им шару предлагаем вернуть регион. Хрен они так вернут. Они не примут. Ну как? Ну как? А где тут у нас? Ну вот я вот этих товарищей призову. Пусть хотя бы поподавляют. Очко! Блять. Ай, порвали очко. Ну, в смысле, потеряли. Фурали. Ладно, время есть еще. Ну, проход-то... А чё вы сами войну мне кинете? Счёт. Уйот. Ну, он тоже. Фиона файл. Ай, Джей Салмер. Надо бы уже жрать всех остальных. Да жрём. Только так жрём. Насколько это возможно? Жор, 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 жор
Спокойно. Я знаю. Так, Ватх. Будьте добры. Присягните на верность. Нидерландская корония. Корони. И тоже. В чем здесь корона? Неважно. Так. Все, уводим войска. Даже на меню клепает армию. О, склепал, сейчас ее не будет. Со 70 человек убили. Блин, 18% людей коммунисты. ВБ, что с тобой? Пипец. Пипец. О, британские либертарианцы. 3000, Карл. Это ужас. Это ужас. Ой, вот это здорово. То было ужас, а то это здорово. В армии. New Model Army. Тан-т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 ан
Аббат. О, объединенная провинция единая под нашим контролем. Здорово. Ой. Ну хотя бы освободите. Так, вы работаете. Ой, где в кого там беконеры, да? Да. Сейчас. Джей Саммер тоже оправдывается. Угу, почти все. Археология в колониях. Оу, oh, yeah. Очков нет. Ну пойдите в войну, придурки, пойдите, пойдите. Они союз порвали. Очко себе порвите, дебилы. Ну, блин, ну почему такие придурки? Мы вам предлагаем освободить. Вау, свободный рынок. Мы предлагаем вам освободить страну, но вы не хотите этого. Эх, дебилы. Дебилы. Ну что, привет, дебилы. Не знаю просто почему. О! Интернационализм. Ужас. Пира. Стэнли Джеванс. А коммунисты еще раз могут восстать. Эти коммунисты неправильно, они ревизионисты. А какие у вас там коммунисты? Ужасные. Да, добро пожаловать в клуб Беконер. Так, у нас очко появилось. Ура! Джохпур. Нужно больше очков. Да, Канада. Да, Ирландия. Ирландия, гоу. Ну ты дура. Ирландия, почему? Хорошая зарплата никому не нужна, сократить рабочий день. Пенсии люди хотят. Люди готовы работать круглосуточно, но лишь бы были пенсии. Да. Ну что же, это их выбор. Сколько уже дивизий? 52.
Филиппины, союз. О, Филиппины аж с собой. Что, куда? Куда? Есть варианты? Блин, ну и армия. Оу, е. Моя добрямба. Мы не оправдываем, да? Подождите, подождут варвары. Филиппины. Подождут. Подождите. Я уже оправдываю. А, войну точно. Тю. Так, Джей Салмер. Welcome to the club, buddy. Неплохо так пожрали их. Переориентировали Индию под себя. Биканер цивил. Ужас какой. Так, ладно. Тогда ждем. За чего мы ждем? Тан-тан-тра-ра-ран. Так и не покрасили в Европе ничего. Вот, но зато в Пикардии фламандцев уже 24%, а было 17. 18 минут начала игры, оно падало до 14. Они чуть-чуть есть везде, но, по крайней мере, они хотя бы есть. Тут все плохо. Немцы. Выселяем немцев в колонии, походу. Happy Nation, Simulation. This is Happy Nation. Угу. Отлично. Так. Ну, предлагаю сидеть на попе ровно и ждать. О, привет. Привет. Ну, этот товарищ. Вау, так быстро план еще работает. Редкое явление. Ну, ВБ, с тобой все ясно, в принципе. Торстен Вебленд. Давайте восстанет какой-нибудь пожестче. Да, Сицилия. Вот почему вы не выступаете? Нет, ВБ, нет. Забудь. В Африке что-то пытаются делать. Джохпур. Угу. Пользуясь случаем, проверяю. Багет не готов, штаты не готовы. Тогда Джохпур. Что, кач? Ну да. Качает. Чух-чух-чух-чу. Музычка качает. Чух-чух-чух-чу. Отсылка сложная. Напишите в комменты, если уловили. Да. Первыми к полюсу. Капайте. Ну, только не мне на мозг, а в войне капайте. Блин, один цивила. Ну, он пришлет сам. Шумпетер. Оу-е. Неплохо, неплохо. Not bad, not bad at all. Нагпур. Что это за страна? А, на Курху. А где эта страна? Я хочу ее покарать за такую дерзость. А, вот этот вот. Окей, welcome to the club, buddy. Сейчас кому-то будет больно. Почему тут местных сепаратистов никого нет?
Такое чувство, будто бы всем насрать на Индию. Ну да, Индия, окей. И чё? Никто не хочет отделяться. Цивилизованное государство. Мне вас пинать или вы все понимаете? Нет, они дурачки. Окей. Довольство в колониях. Лучше создать людей. Кач. Зря ты так. 5000 очков. ВБ прет. А, ВБ. Да, ВБ прет куда-то вниз, ниже плинтуса. Так. Улетая. Под плинтуса, заползая. Да-да-да, мы подписываем. Вот этих вот наказываем. За их дерзкое поведение. Не знаю, чем они думали. ВБ продолжаем пускать по кругу. Драть. Ну, блин. Почему у нас так туго с повстанцами? О, подъехали якобинцы. Но это в Шотландии. Этого мало, это очень мало. Мне главное, чтобы тут, в Лондоне, что-то какая-то движуха началась. Так что сидим и ждем. Ну хотя бы 1030, чтобы восстало. Хрен они восстанут. Хрен. Красиво смотреть, как такие армии формируются. Это делать немножко неправильно. Армия. Кач! Кач. Ладно, окей, я это запомню. Еще раз так делаешь, сохранишь 16 числа. Сами разбирайтесь, я не хочу. Франция, Германия. Великая держава. Австрия, вот. Блин, ну Австрии население больше, чем у вас. На 20 тысяч. А еще есть ЮГС. Да ЮГС вообще стронг. Ну все-таки, наверное, он не заберет это у него. Кач, окей. Я сохраняю 16 числа. Если раскочим меня до 16, я отменю это правило и буду ждать до конца месяца. Зачем такие сложные правила? Чтобы он страдал. Но страдаем мы. Нет, мы не страдаем. А, мы не страдаем. Куда? ВБ никогда не может. Восстание. Ты их опускаешь, им похрен. Сиди, ты наказан. Походу зря я японцев, этих китайцев призвал. Они что-то не то делают. Бруней надо, Филиппины. Обязательно. Это кто у вас? А, Китай, а япошки. Да ладно. Нет, страдай. Ну, чисто из вредности. Я тебе предлагал, ты не захотел, теперь я не хочу. Зачем? Я же уже тебя победил. Зачем я с тобой мир подписывать? Не-не-не, мы так не договаривались. Блин, такие армии.
Но пока вот до этих придурков дойдет, это будет очень долго. Всегда. Не умеют они по-быстрому побеждать, сливаться. У вас еще Гигалант есть. И... Население у них как-то умудряется расти. Так, багет. Да как у нас вообще перемирие с тобой? 91-й год. На... С вами тоже нет. Окей, в таком случае будем куфать Филиппины. А, войну объявить. Да. Эффективность фабрик. Тут у вас повстанцы глупые. Националистов нет вообще. Все, изи. Сейчас пришлет. Филиппина, паскуда. Выбей уже, по-моему, все. Мы это уже 100 раз говорили. Ну почему они... О, уже 6000 прогресс. Коалиция либертарианцев и кабинцев. Азербайджанские националисты. Не могут. Молодцы. Чё молодцы? Не молодцы. Так кто? Засранцы. Вот кто. Оу-е. Оу-е. Главное, что не ау-е. Давайте уже присылайте мир. Тач. Стоп, 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 стоп. Чих. Бжих, бжих. Оу-е. Кусочек швайна. Синды. Зачем вы их вообще трогаете? Уж дебила. О, дежуха посерьезнее. Но все равно слабо. Для не боксеров. Надо бы, но мне этим вообще, блин, заниматься. Я уже жёг дворец. Хватит нас. Угу. Это могу отпинать, но не хочу. Сейчас тут есть посерьезнее прожекты. Какие? Там всякие разные. Тут аргумент. Это брюссельская капуста. Армия. Да. Так сказал. Реформу. Пособие по безработице. Как будто у нас есть безработные. Вообще дохренище. Ну, так фабрики стройте. Я что ли буду заниматься? И да, и нет. Еще хватило дерзости отступить. Я вообще угораю с этой Индии тут. В Африке навели порядок? Почти. А, еще шью. А, тут нам не дали. Перебить их. Ну давайте еще чуть-чуть, хотя бы 20-30 тысяч.
Не хочешь ничего добавить, этот чудило? Нет. Что ему добавлять? Да, бы любое бы условие выполнил бы. Ну, кроме, наверное, захвата территории, хотя, смотря какие, хотя подождите. А, ага. А, это Китай. Вы кто, Юнань? А, ну да. А чего вы у них возьмете? Ничего у них не возьмете. Мило. Ганновер. Капитулируй, будьте. Филипполис. Нидерланды. Мы против кого оправдываем? Филиппин? Марш грязи. Ура! Мы первым достигли Северного полюса. Это достижение. Уже 9000. И они сейчас не пойдут в Лондон, они сейчас пойдут куда-нибудь сюда, сюда, потом еще сюда. И только потом, поставив еще 10 лет, они двинутся в Лондон. Так, неохотно. Не, на севере у них тут повеселее, в Шотландии. Жалко, что они шотландские националисты. Ай, Филиппины. Не, а чё, шотландские сепаратисты было круто. Юг же ослаб, север может стать независимым, как Ирландия. Да, армия мне нравится. Вот видите, про что я говорил. Хорошую армию получили. Очень даже хорошую. Очень даже жесткую. Да, это жестко. Да останьте вы уже. Не, зачем? О, даже тут армия появилась. Я не думаю, что он ошибка большой будет, но хоть какая-то. Это транспортники, да? Нет. На Кубе не будет коммунизма, даже не думайте. Жюль Дюпи. Карл Менгер. Дюпи. Чё? У вас можно раздолбать. Вау. Цивилизованный регион, хочу заметить. Население зашкаливает. Ну, тут нет. А вот тут да. Десятый жизнь в Нью-Йорке. Хотя нет, все-таки неплохая армия. Или там у нас была армия, походу. Ну да, да, там же две армии были, одну мы увезли. Нормально. Канада что-то... немножко ебубо. Канадских коммунистов в Нунауте. Смешно, смешно. Аз. Да. Они еще не взяли. Хоть когда-нибудь возьмете что-нибудь, хоть что-нибудь. Только тут надо им дать проход. Аккуратно уйти, чтобы случайно они сквозь нас не прошли. А то не хватит мозгов Вильфреда Паретта. А мозг, а Михельс. Мне просто интересно, куда они сейчас вот двинутся. Этого все равно будет недостаточно, но хоть что-то. Вау. Да, это жестко.
Блин, мне страшно. Китай нервно курит в сторонке. И среди них ни одного там СИПА, независимости Индии. Не, мы будем в составе этой днищенской страны, которую дерут каждые 5 секунд. Но просто поменяем форму правления. Испанский коммунист. Смешно. А, мои глаза. Филиппины. Багет? Багет. Багета будем брать. А вот хороший пошел, его будем брать. Наверное, мы будем брать у него Лауру. Луару. Уверен? Нет, не уверен. Центральный регион. Хотя он такой же. Магрибца, да. Ну да, наверное, Лауру. Угу. Так, Филиппины, Филиппины. А, где здесь? А, вот он. Ну, Филиппины это будет не проблема. В Австралии что, не бунтуют? Может быть, бунтует, просто у него войска есть. Лол. А, он перевел их. Окей. Катина. Плохо. Так, ну мы будем брать у них Минданао. От нас того, что ж, не отделитесь. Вау, у вас армия есть. Типа, гляди, у этой штуки есть армия. Минданао. Можем мне пушек позвать. Ладно, хватит с тобой. С тебя. Если она будет что-то делать. Вон про банк. Как у этих варваров вообще хватает? На лысе нам что-то предлагать. Они уже давно не ворвали, это никого не волнует. Венгрия, ты дура? Они из сферы вылетели. Зря вот так. Нет, все-таки не хватило мозгов пойти в Лондон. Не, ВБ, вы еще пострадаете чуть-чуть. Что-то с нами все порвали. Может, дебилы. Крейсера. Вас продолжать пинать или вы не согласны? Ряд вопросов. Он дебил, он не ушел туда. Он мог вообще туда уйти. Нет, вроде как, но он вроде туда шел. Ну да ладно. Ну, без разницы. Лоль. Филиппины, ну мы типа победили. Вы дураки. Квантовая теория.
Агюстин Курно. Да вау. Я тоже так думаю. Победа. Оу, oh yeah. Да. Неплохое приобретение. Мелочь, не мелочь, но приятно. Получили Минданао как цивилизованный регион с населением 160,5 тысяч. Круто. Австрия. Вы что, все со мной порвали, реально? И эти давно порвали. И... Причем даже не понял, почему. Мексика хочет освободить. Народ или страну? Народ. Ну, я догадываюсь, что Мексика тут хочет освободить какой-нибудь Гватемалу. Я вообще удивляюсь, почему все эти последние события. СПЦА, у которого просто есть армия, он просто пил бы войска в Белиз и сказал бы, это мое. А что, это мое? А что они еще могут освободить? Не знаю. А это важно? Нет. В общем, вы бы опять в дауне, но не так быстро, как хотелось бы. Престиж плюс 25, очень хорошо. Мы оправдываем, да? Чему учитесь? Пению, рисованию. Так, тут были повстанцы где-то. Нет, не были. Значит, я вас куда-то хотел сейчас отправить. Бля, забыл. Ладно, хрен с вами, потом вспомню, вернусь. Нейшн. Happy Nation, this is Happy Nation. Нигде наших... Опа! Wolfish Bay обосновались. Молодцы. Ну, хоть что-то. Это чё? Это чё сейчас было? А, Мавра, окей. Франция, не хочешь мускулами помериться? Ирландия, ну чего? Сфера Герм... СГС, ты ебубо? Да. Уж. Дурка, блед. Так. Кого блед? Ладно. Блеет. Да. Венгрия. Welcome to the club, buddy. А, окей. Welcome. Not welcome. В России коммунистов зато нет. В России вообще все спокойно. Она абсолютная монархия. Мы даже не вели эту конституционную монархию с выборами. Лишь Блэкджеком. О, выборы. Прикольно. Только вспомнишь, когда это не начнется. Может быть, вы все-таки восстанете. Ага, восстанут они. Не, ну в принципе они и без нашей участия уже должны победить там. О, новые подъехали. А кто берет? Либертарианцы или кабинцы? Почему не пишет, что за повстанца? Ну что, заканчиваем войну. Я думаю, они и так уже справятся. Обе все равно недееспособные. Она всегда недееспособная, но потом становится более способной. Ну хотя тут недолго осталось. Можно подождать. Война с Багетом будет несложная, мы не проиграем. Это Багет. Багет никогда не умел воевать, у нас очень сильная армия. Что может пойти не так? О, еще и шовинизм. Прекрасно. Прелестно. Ау.
Сейчас вот очень большой вопрос, как его нарезать. Вот тут очень эстетично граница ее, если двигать. Хотя вот так и напрашивается у нас Рона, Оверн, Оверн. Да. Ну не знаю, хороший вопрос. Как урезать? Рона жирная. Наверное, Рону все-таки у него заберем. Макрона. Чё? Рона Макрона. У нас выход с Сардинию появится. Ну, такой себе это, но все-таки. Дипломатия Кавура. Багет. Я не согласен с вашей постановкой вопроса. Ну, Британию, конечно, корежит весело. Еще фашистов не появилось. Сейчас фашисты появятся. Ой, о чем мы радуемся. Они же смогут восстановиться. Шоу Фрай Лори будет, да? Нет, не шоу Фрай Лори, а Дживс и Вустер. Там тоже был один этот. Фашист. Так, Багет у нас оправдан. Багет восстановил союз с Россией. Как ты его... Утипусим. Так, ну раз он восстановил союз с Россией, я сейчас кидать не буду, я войска сконцентрирую. Новые. Ну как-то так, а там посмотрим. Новой жертвой у нас будет кто? Боги штата? Да, штатам можно и нужно забрать у них Массачусетс. Не особо жирный, но в целом прикольный регион. Потом, допустим, Санную Нью-Джерси, которая не нужна, но чисто эстетизм, и Мэриленд. А дальше можно не двигаться. Будем считать, что все эти земли мы и вернули. Австрийские коммунисты. 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 Престиж. Браво, вы заработали престиж. Полное гражданство. Давайте, вы сможете. США, не надо так. Хотя вот уже можем подписывать, они все равно захватят. О, Парма, колониальная держава. Италия так, походу, к концу игры не появится. Я не против. Там что-то было? Нет, все в порядке. Протекция. Детекция. Сколько у нас в стране? 7,5. 5,5. Ну, коммунистов меньше. Голосов. Соцреализм. Ай, ужас. Ай, больно. Сантьяго де Куба. США. Happy Nation. United Nation. Ну, зато клуб ВД более-менее устоялся. Вот сейчас не знаю, как будет с ВБ. Вернется она в ВД, не вернется. Мы уничтожили ее промку. Дайте угадаю. Что? 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 Мексика воюет за Шотландию? Ебать! Еще и против ЮГС. Это 5. Это 5, Мексика. У тебя нихера не получится, но это 5.
Не, ну да. Ору, ору, просто ору. Ну, я вам деньги на такое даже дам. Спасибо, рассмешили. Я не знаю, поможет вам это, нет. Но это максимум, что мы можем сейчас для вас сделать. И проход войск дать. Ну, у нас дипломата нет. Блин, это было жестко. Восточная Македония. Да насрать всем. А, ну с Риц там. А чё я радуюсь? Венгрия. Кан-кан. Тан-тан. Та-та-та-тан-тан. Та-та-та-та-тан. Та-та-та-та-тан. Та-та-та-тан. Смешательство. Смешно. Ужас. Римско-католическая. Ужас. Революционная. Да. Ну все, БСФСР, ты знаешь правила, you know the rules. Oh yeah. Не, красиво, красиво. Получили с вами Уэльс, население. Не такой уж и большой, 255 тысяч. Провинции Кардив, 101,5 тысячи уголь, Кардиган, 42 тысячи железа, Холихед, 50, ну 60 тысяч кипать будет рыба, Ландриндод, 52 тысячи Ландриндод, скорее всего так. Ну и суть сера. Неплохо. О, Западная Марокко. Так, вас из Западного Марокко. Ливийскую пустыню. Ну они реально какие-то извращенцы. Западная Марокко. Так, я, значит, в Франции сейчас не кину вар. Турция нам нужна. Сфера Россия. Вообще будет весело, если они так посрутся из-за этого. Ну, допустим, я поддержу Францию. ЮГС, что-то я попутал. Лол. Ну, сейчас оно кончится. Оно по-любому кончится. Россия не сможет. Хотя, наверное, не ту сторону выбрал. Ну ладно, посмотрим, чем закончится. Россия против того, чтобы Греции отдали земли. Ор. О, британские либертарианцы все-таки. Партия Индепендентов. Походу, этот кризис затянется. Ну, Австрия, рожай. Хотя это бред, почему это... Нет, я не согласен. Хотя я боюсь, там уже был этот... Сейчас посмотрим, сколько периода придется. Надеюсь, что войны не будет. Июль. Вряд ли, но, по-моему, там уже сработал триггер на кризис. Ну, в смысле, мы прожали его. Сейчас глянем. Нет, еще не прожали. А мы там что-то оправдываем. Да, типа того. Видно, жительство полное. Римские католики. Нет. А тут не важно, кто победит на самом деле. Ай, штат. Штат, стой. Вообще часть заканчивать надо. Да, надо. Но. Но надо подождать. Я хочу закончить часть тем, что мы избежим этого кризиса, чтобы следующую часть прям сначала мы могли бы уже багет нарезать. Менялась, да.
Любят наши люди всякие пустыни заселять. Это наша? Нет, это Мавра. Турки. Туркам лети, блин, резервация для турков. Турки. Туркиш, туркиш. Есть курды, но от них в игре никакого толку нет. Ну, в смысле, государство у них не свое, ничего. Ну, типа, ничего не решилось. Давайте чисто по фану поддержим Россию. Просто она сильнее, мы сильнее, Франция будет вынуждена уступить. Сейчас кризис кончится. Давайте индепенденты тащите. Жозеф Френч. Заканчивайте с кризисом. Ну что тут думать, мы ваши союзники. И вы наши союзники. Ну давайте, рожайте. Ну побыстрее можно. Я не собираюсь вас ждать. Время тикает. Тик-так, 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 пацан. Мне КБ может истечь, кстати. Апрель. Ну, есть еще время есть. Не, а что вы думаете? Как будто тут вопрос какой-то обсуждается. Дорожайте вы уже. Наше слово закон. Это неужели? Отлично. Так, сегодняшний наш с вами итоги. Мы в очередной раз уронили в даун Британию. Забрали у нее Уэльс. Дальше. Мы в Индии погудели, пожали всякие мелкие... О, националисты. Прикол. Пожали всякие тут земли. Вон вот эти мелкие индийские княжества, я имею в виду. Оправдали войну против... Оправдали войну против США. Будем забирать это. Дальше. Вау, жестко. Россия так до сих пор это не просрала. Они на них войну не лезут, чё-то. Ну, это не наши заботы. У Филиппин отжали Минданао. Попереводили регионы. Построили мега-мощную супер-пупер-дрюпер-армию. Ну, и потихонечку продали войну против Франции. В следующей части будем потихонечку сливать. Заберем Рону, а там уж посмотрим, как пойдет. Неплохо довольно. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, включаем все уведомления, пишем комментарии. Увидимся с вами в следующих видео. Наше с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока.